Вокальные видеоуроки Алексея Кафанова. Урок шестой. Две ноты. Всем привет, я Алексей Кафанов. Спойте ноту, которая для вас удобнее всего. Для меня это... Не забывайте о правильной близкой позиции и о диафрагме. А теперь найдите эту ноту на своем музыкальном инструменте, на гитаре или на фортепиано. А теперь попробуйте сделать такое упражнение. Верхняя нота – это третий лад гитары или третья клавиша фортепиано. Вы должны соскальзывать к следующей ноте плавно, сохраняя точно такое же звучание. Более высокая нота требует более сильного напряжения диафрагмы. Попробуйте петь вместе со мной. Если вы женщина, пойте на октаву выше. И так далее. На нижних нотах старайтесь избегать горлового неприятного звучания. Не сутультесь, стойте прямо. Не напрягайте горло. Вы должны повторить все это упражнение несколько раз. Удачи! Все, пока!